Друзья, вы у меня много кто интересовался всей этой движухой с ралли, вот вообще как туда попасть, что за классы, как можно поехать на стоковые тачки, сколько это стоит, где это проходит, какие техтребования и так далее. Так, в общем, вот в следующем сторис будет видос на YouTube. Вот мы с Марьяной скомпоновали очень крутое видео, поэтому заходите, смотрите, ну и там пару слов туда-сюда напишите. Я думаю, вам очень понравится, видос получился мега живой, мега информативный, мега интересный. Едем в ралли. Кто бы мог подумать? Дрифтовая история. Понятно, какая-то. Да. Вообще непонятно, где это. Мы, пожалуй, пристегнемся. Че, как? Это хорошо. I was gonna clean my room, but then I got high. I was gonna get up and find a broom, but then I got high. Still messed up, and I know why. Why, yeah, 'cause I got high. Because I got high. Because I got high.